На поселке Котовского вчера вечером произошла авария с участием скорой. Водитель автомобиля марки «Жигули» двигался по улице Заболотного. За ним следовала карета скорой помощи. К слову, она везла в больницу пострадавшего в другом ДТП. Водитель «Жигули» решил развернуться через двойную сплошную. Это и спровоцировало аварийную ситуацию, которая впоследствии стала причиной ДТП. В результате водитель легковушки ударился о руль и отделался ссадиной на лбу. Карета скорой получила незначительные повреждения передней части. Ее пассажиры не пострадали. Ехал на автомобиле, притормаживать, включил левый поворот. И тут услышал сзади удар. Получается, машину развернуло. Человек разворачивался посредине дороги, и получилось, что мы не успевали. Не стукнули его. Он просто преградил нам дорогу. Все нормально, вот да, все нормально.